Всем привет! Рада видеть вас на своем канале. Меня зовут Надя. Сегодня у нас с вами будет очередная распаковочка. Ссылочки на все товары, как всегда, будут в описании под видео. Кто впервые на моем канале еще не подписался, подписывайтесь, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео на моем канале. Так, поехали. Первая посылка. Все хорошо упаковано. Это мне пришли пластины с магазина Упротеко. Классные качественные пластины. Еще в подарок мне положил продавец вот такую наклеечку. Доставка быстрая, доставка с отслеживанием. Я вам оставлю ссылку на магазин. Посмотрите, там очень классные, разные, на разную тематику есть пластины. А также у меня, можете посмотреть предыдущих видео, я делала тестирование. Конечно, продавец молодец, за наклейку спасибо. Вот так они упаковали. И давайте посмотрим пластины, которые я заказала. Так, первое, это вот такие классные разводы, мрамор, как бы. Пластина под номером 352. Камень. Структурная. Классная пластина. Вообще в них очень шикарные пластины и также качественная гравировка. Вот эта пластина под номером 469. Тут должен был быть номер, но что-то в печати пошло не то. Пластина под номером 469. Это я тут написала, чтобы вам сказать, какая это пластина. Классная такая геометрия. Фигуры, тоненькие линии. Дальше. Следующая вот такая как бы разводы, потеки. Пластина под номером 126. Также очень такая интересная пластина. У меня сейчас на ноготочках также стемпинг. Я вообще стемпинг люблю. Очень быстро и легко можно сделать себе на раз-два. Рисовать надо еще уметь, как бы и левой рукой для себя. Как бы тяжело, а пластина в помощь. Пластина под номером 125. Это что-то подобное к предыдущей. Такая тематика. Дальше пластина под номером 416, рваные колготки, какие-то такие цепи. Короче, на любителя. И вот эта классная такая как бы абстракция, что-то подобное к первой пластине, пластина под номером 400. Так, для сравнения мы их сравним. Классные пластинки. Ссылку на магазин я вам оставлю в описании под видео. Там очень много классных, красивых пластин в магазине. Дальше, следующая посылочка. Это я себе заказала комплект белья в черном цвете. Там в магазине есть разные цвета. Очень красивый такой мятный цвет, розовый, телесный цвет. Так, давайте с вами откроем. Качество хорошее, вообще отлично у меня как бы с купоном заказ получился. Вот такие кружева, так идут сзади трусики. Там мне кажется, что здесь идет размер 1, но у меня как бы вес 54-55 килограмм. Мне хорошо сел данный размер. Тянется, так что тут указано. На бирке вот состав и также бюстгальтер, также красиво сделан, такие кружева. Так, вот сзади очень так секси, смотрите, очень красиво. Плюс что есть разная расцветка. Так, тут получается идут чашечки. Ну, чашечки вынуть нельзя. Не, есть можно. Да, вот тут можно вынуть чашечки, как кому удобно. Очень классно, шикарно смотрится. Вообще классный комплект белья. Так, на плечах советую. Советую, качество хорошее. Это я убираю. Дальше смотрим большую мою посылочку. Так,
Я уже часть ее открыла. Вот такая коробка. Это мне пришли новые кроссы. Такие классные, легкие. Так, дальше открываем с вами. Боялась не угадать с размером, но все хорошо угадала. Думала, если не угадаю, перепродам. Но нет. Так, давайте будем смотреть. Взяла себе размер 38. Я вообще ношу размер 37. Это они маломерят. Тут есть вот такая лента светоотражающаяся. Такой как бы цвет серый с белым. Но тут я не пойму, что-то синее, что-то. Так мне кажется, что-то синее. Надо будет почистить. Так, размер 38, 24 сантиметра по стельке. Они очень легкие, классные, комфортные. Высокий подъем. Так, идут внутри. Такая фирма. Очень классные такие. На ножках смотрится классно. Картинку от продавца я вам ставлю. Так, вот так они сделаны. Серый с белым. Люблю белые кроссы. Вот будут у меня вот такие. Так, ссылку я вам оставлю на подобные на AliExpress. Так как это, я думаю, что это пенка. Они совсем невесомые, комфортные. Я очень довольна покупкой. Вообще, я не очень люблю в интернете брать обувь, так как боюсь ошибиться с размером, как бы подъем ножки все же. Ну, этими вообще довольна. Супер просто покупочка. Радуюсь, не нарадуюсь. Дальше. И, конечно, бюджет не брать в интернете, нежели в магазине. Довольно. Дальше. Сегодня только получила вот такая огромная посылка. Также фото от продавца я вам ставлю. Это я себе заказала куртку. Так. Цвет. Очень красивый, необычный цвет. Пакет. Я тут резала уже, разрезала. Будем с вами вместе смотреть. Так, ранее я брала уже куртки на AliExpress, но была не угадала с размером, а этот вообще супер подошел. Вот такая фирма, с этой фирмы я уже также брала размер M. Это идет синтепон 200%, как бы подойдет на осень и на теплую зиму. Так что тут ручная стирка. Ручная стирка, глажка и машинка. Нет, только ручная стирка 30 градусов. Так, цвет очень такой классный, перламутровый. Так, тут еще вот такая штучка есть. Перчатки. Есть еще перчатки. Ну, они, вот так они к рукавам прицеплены. Ну, они слишком большие. На руку они слишком большие. Ну, как бы задумка интересная. Так, вот эта надпись отсвечивает. Так, сейчас я разверну и посмотрю, что тут заявлено. Немножко вас подниму выше. Да, вот как-то так. Цвет очень такой красивый, серый. Каким-то отливом голубым, что-то такое. Так, на рукаве еще есть также надпись. Идет с капюшоном. Есть, присутствует капюшон. Размер М. Вот такие штучки на капюшоне. Какие-то силиконовые. Так, она идет короткая. Также есть карманы. Классно она мне сделала. Довольно. И цвет очень такой красивый, перламутровый цвет. Ну, а рукавички, не знаю, буду носить или нет. Как бы презент. Не слишком большие такие перчатки вот эти. Очень большие. Посмотрите. И много места будут занимать. Вот так на этих штучках.
Так, что тут заявлено? Бирка, замочек вот такой, самый обычный. Ну, замочек хороший. Проверим, рабочий. Да, все хорошо, рабочий. Так, и бирочку хочу посмотреть, что тут у нас на бирке. Ну, цвет вообще, цветом очень довольна. Как бы продавца совсем по-другому было. Итак, катон 65, полиэстер 35%. Так, Made in China, ручная стирка. Тут заявлена глажка. Наверное, только внутри можно. Тут на этот большой заявлено, что нельзя. Короче, переводчик помощь. Да. Очень красивый цвет. Как вам цвет? Пишите. Какой-то необычный. Камера вообще шикарно передает цвет. Такой перламутровый. Короче, довольна я своими покупочками. Спасибо, что вы были со мной, что досмотрели мое видео до конца. Хорошего вам дня, отличного настроения, удачных покупок. Встретимся в комментариях. И всем вам до новых встреч. Всем пока-пока.